Несмотря на то, что вокруг так много хороших мужиков, мне все равно нравится больше нравятся женщины. А в нашей профессии это редкость. Сейчас подожди, наверное. Да. Просто когда было 20 с небольшим, мне нравилась одна. Ну, максимум две. Подожди тогда. Теперь мне нравятся все. Я не знаю даже, как к этому относиться. Не знаю, наверное, просто мужчины мудрее, наверное, становятся к 60 годам. Ну, или к 59, где-то так вот. О, тепло тут у вас. Я хочу рассказать вам одну очень грустную-грустную историю. Эта история не только очень грустная, она еще очень новая. Как все вечное. Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто. И наконец. Я не понял, а вы что, знаете эту грустную историю? Да! Слушайте, а давайте споем все вместе, а? Давай! Чего один так аккуратно пою? Пусть это будет большой сводный хор Сертолова, а? Договорились? Да! Девчонки, договорились? Да! Знакомый овал. Хвала!